Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Ирен Лурье. Вашему вниманию в этом видео я хочу предложить такое блюдо, как омлет. Омлет этот очень необычный, он очень нежный и очень воздушный. Посмотрите, насколько он пористый. И он приготовлен без жарки на сковородке, без масла. Это очень легкий и очень вкусный омлет получается. Если вам интересно, как его приготовить, то смотрите продолжение дальше. Я расскажу подробный процесс приготовления и полностью рецепт этого омлета. Для нашего омлета нам понадобятся, конечно же, яйца. Количество яиц тут все равно, какое вы возьмете. У меня здесь 6 яиц. И нам понадобится еще молоко. Я беру молоко, обычное вот молоко 2,5% жирности. Яйца я разбила в баночку. Вот я взяла 2 пол-литровые баночки. Это я делаю вариант, если у вас нету мерного стаканчика, для того, чтобы отмерить одинаковое количество. В пол-литровую баночку я разбила 6 яиц. И такое же количество я налила молока. Вот видите, одинаково. Теперь эти яйца мы берем мисочку и мы выливаем их в мисочку. Наши яйца. Сюда мы добавляем соль. Соль мы добавляем по вкусу, какое вы любите, более соленое или нет. Я вот щепотку соли сюда добавляю. И теперь нам нужно это все не взбивать, а просто вилочкой размешать до однородного состояния яйца, чтобы была однородная масса. Сначала размешаем яйца. Так, вот я яйца уже размешала. Видите, масса однородная такая. Я их не взбивала, а просто размешала. Теперь мы сюда добавляем молоко из баночки. И опять мы все это перемешиваем так, чтобы смешались яйца с молочком. Все вот так вот. Просто перемешиваем, чтобы была такая однородная масса. И теперь эту массу мы выливаем, будем готовить наш омлет в мисочке. Мы берем такую довольно высокую мисочку. Здесь она у меня поверху в диаметре 14 сантиметров, но по высоте я не знаю, сколько не мерила ее. Мы вот эту нашу всю яичную смесь мы выливаем сюда в мисочку. Вот я уже вылила смесь в мисочку. И теперь мы берем кастрюльку такую довольно большую и ставим туда нашу мисочку в кастрюльку. Сюда в кастрюльку мы наливаем воды, просто обычной воды, теплой чи холодной, то не имеет значения. И накрываем крышкой нашу кастрюлю и ставим на плиту на сильный огонь, так, чтобы вода закипела. Когда вода закипит, то тогда мы переводим огонь наш, уменьшаем на такой на слабый огонь, ближе к среднему огню. И будем готовить наш омлет. Вот так поднимается наш омлет. Вот видите, еще осталось пару минут, чтобы серединка поднялась, и готово. Наш омлет уже готов. Я его вытащила. Он немножко остыл. И когда остыл, он, видите, немножко сел. Теперь мы берем силиконовую лопаточку и проходимся по краю вот так вот, чтобы отсоединить от стенок нашей мисочкой, в связи с тем, что он у нас готовился без масла и, возможно, он прилип. Общее время подготовки, вот как поставила в кастрюлю, вода закипела, где-то минут 20-25, вот на слабом огне таком вы видели. Теперь мы берем обычную вот тарелочку, накрываем сверху и переворачиваем наш омлет на тарелку. Вот посмотрите, вот такая красота у нас получилась. Я перевернула на тарелку. Посмотрите, насколько он пористый и насколько он легкий. Вот так вот чуть-чуть вот колыхнешь тарелкой, и он шатается буквально
Вообще очень воздушный, очень нежный, очень вкусный омлет, и он не жирный и не жареный. Сплошные витамины. А для тех, кто диету соблюдает, это вообще милое дело. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какой он легкий. Попробуйте приготовить такой омлет. Я думаю, вам понравится. Приятного аппетита. Пока.